В Карачаево-Черкесии идет подготовка к новому учебному году. В аулах Иконхалка и Кызылюрт завершается реконструкция общеобразовательных учреждений. Степень подготовности школ выяснял наш корреспондент Али Баташев. Школа имени Халмурзы Кумукова в ауле Иконхалк была закрыта на реконструкцию год назад. Школьникам и учителям приходилось ездить на занятия в школу аула Эркинхалк и обучаться там во вторую смену, говорит директор учреждения Фатима Унаджева. В гостях хорошо, а дома лучше. Все равно в гостях можно побыть день, два, неделю. Но такое долгое время очень тяжело. И для хозяев, и для гостей, конечно. Но мы оба коллектива хорошо выдержали это. Спасибо нашим коллективам, которые с пониманием отнеслись. Хочу сказать спасибо нашим родителям, которые тоже поддержали нас в трудную минуту и с пониманием отнеслись вот к данной ситуации. Основной объем работ уже позади, считает прораб Даниэль Маслеев. Сделана крыша, вставлены новые окна. Внутри помещений школы идут отделочные работы. Работа продвигается по графику. Сейчас на данном моменте завершаются штукатурные работы, облицовка откосов. Начинаем стяжку полов, отопление проводится, проводятся электромонтажные работы. Крыша уже на финальной части, ограждение кровли устанавливаем и снегодержатели. Капитальный ремонт в средней школе аула Кызылюрт не проводился с 1988 года. Теперь ситуация изменилась. Здание приобрело современный вид. При входе внутрь хорошее впечатление не теряется, несмотря на проводимые строительные работы. Учитель биологии и ветеран труда Клычхан Булатукова работает здесь со дня основания школы и отмечает множество перемен к лучшему. Открывают двери этой отремонтированной школы, пока что ремонтируется. Душа радуется, потому что наша школа стала похожа на новую школу. Раньше мы завидовали, когда ходили в Псавчедак. С января по май учились в Псавчедаке. Спасибо им, они нас очень хорошо, дружелюбно встретили. Делали все для того, чтобы мы чувствовали себя как дома. Но сейчас мы думаем, что наша школа ничем не уступит Псавчедакской средней школе, которая была построена 2-3 года назад. Подрядчик ремонта – фирма «Наль» под руководством Али Махова. Рабочие постараются завершить ремонт к началу учебного года. Али Баташев, Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашибоков. Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район.